Обзор по акции в покупке прикупил. Мясо переднего отруба. Великолупский мясокомбинат. По акции было написано 179,99. Так, а я заплатил 234,99. По акции одно, а пробивать по-другому. Вот надо проверять. Жулики. 300 грамм. Так, мясной продукт из свинины, копчено-вареной, категории Б. Мясо переднего отруба, 300 грамм. Насколько меня обманули? Семь из десяти. Ну, с огучим, конечно. С огучим можно и 10. Только с огучим. Приятного всем аппетита, хорошего настроения, доброго дня. И с темным хлебушком. Всем позитивчика. Обманывают народ. Это показал его за огурец. За то, что обманывают. О! А это нам. Позитивчик всем.